После 30 лет работы известный во всем мире дизайнер Донна Карен решает уйти с поста креативного директора собственного бренда, чтобы всерьез углубиться в благотворительность и здравоохранение. Я просто люблю вдохновляться чем-то новым. В отличие от других именитых модельеров, Донна никогда не создавала супердорогую одежду. По ее словам, ее творение предназначено для всех. Какая милая и мудрая женщина. Кто придет на ее место в модный дом, пока неизвестно.